Глава региона провел заседание управляющего совета по организации проектной деятельности на территории субъекта. В частности, были утверждены новые редакции паспортов региональных проектов, которые входят в состав национальных. Один из них направлен на развитие малого и среднего бизнеса в регионе, поддержку индивидуальной предпринимательской инициативы. Курирует проект Департамент финансов и экономики Ненецкого округа. Его руководитель Татьяна Логвиненко сообщила об увеличении доли федерального софинансирования на реализацию мероприятий популяризации предпринимательства в округе почти в два раза. С учетом окружных средств финансирование проекта в текущем году составит в целом 920 тысяч рублей. В рамках проекта организовано у нас наставничество для начинающих предпринимателей. С сентября по декабрь будет проведена информационная кампания по продвижению образа предпринимателя, мотивации предпринимательской деятельности. Но в настоящее время у нас разработан план информационной кампании, материалы уже первые размещены. В окружных средствах массовой информации, например, выезд в ООО «Заполярный олень» и ИП «Янчев», которые совместно делают проект наставничества. Во втором проекте улучшения условий проведения предпринимательской деятельности исключены мероприятия по разработке программного обеспечения для получения услуг предпринимателями, в связи с тем, что возможность подачи в электронном виде будет организована централизованно Минэкономразвития. Один из значимых показателей регионального проекта, осуществляемого в рамках национального, это снижение налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения. По инициативе вашей, значит, данный закон разработан и принят в июне этого года, с января 2020 года он вступает в силу. Также в рамках данного проекта Минэкономразвития направлены предложения по снижению налоговой нагрузки на предпринимателей, в частности, предприятий, действующих в районах Крайнего Севера, предложения по исключению налогооблагаемой базы страховых взносов, выплаченных в качестве гарантии. И, значит, предложения поддержаны Минэкономразвития и Минвостокразвития. На сентябрь запланировано обсуждение данных предложений в правительстве Российской Федерации. В рамках проектного совета глава Департамента финансов также представила предварительный мониторинг реализации на территории региона 47 региональных проектов, реализуемых в рамках 11 национальных. В данный момент 19 региональных проектов реализуются с предоставлением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Общее финансирование региональных проектов на срок до 2024 года составляет 24,5 миллиарда рублей, из которых федеральная составляющая равна 7,8 миллиардов рублей или 32%. Ирина Никешина, Леонид Шишилов, телеканал «Север».